Рад вас приветствовать на канале Алекс Гетч. Тема сегодняшнего обзора интересует многих. Только представьте, новый iPhone 6 мы увидим уже этим летом. Да, все может произойти именно так. В этом году Apple нарушит свою традицию и представит новый iPhone уже этим летом, а не осенью. Пора уже что-то выпускать, а то если еще немного подождать, то место лучшего телефона года сможет занять какой-то из Android смартфонов. Apple делает все возможное, чтобы не допустить этого. Вполне возможно, в шестом iPhone Apple сможет откликнуться на тренд рынка больших экранов. У современных iPhone 5s и iPhone 5c разрешение экрана 1136 на 640 точек, а по прогнозам Display Search, следующая модель iPhone получит 4-7-дюймовый экран с разрешением 1920 на 1080 точек. Я думаю, что телефону экран больше, чем 4,7 дюйма никак не нужен. 4,7 дюйм это самый оптимальный вариант для большинства пользователей. Новое изделие получит очень тонкий корпус и минимальную рамку вокруг дисплея. Никто не жалуется на толщину iPhone 5s 7,6 мм, но все больше и больше появляется слухов, что iPhone 6 будет еще тоньше 6 мм. Многие считают, что Apple должна использовать жидкий металл, материал, сочетающий в себе свойства металла и пластика. В результате получится легкий, прочный, устойчивый к коррозии и царапинам корпус. Возможно, мы увидим в новом изделии изогнутый экран, не знаю, пойдет ли Apple на такой шаг. Изогнутый экран стал тенденцией рынка, например, Samsung и LG уже представили первые модели своих изогнутых смартфонов с гибкими дисплеями. Согласится ли Apple на такую идею, пока неизвестно. Вместе с этим iPhone 6 должен получить сапфировый дисплей со встроенным в его прозрачным элементом солнечной батареи. С ее помощью Apple решит проблему относительно быстрой разрядки смартфонов. Все мы знаем, что телефоны Apple работают не на столь мощных аккумуляторах. С помощью новой технологии время автономной работы iPhone намного увеличится. Только представьте, чтобы подзарядить такой девайс, вам будет достаточно подержать его некоторое время на солнышке. Особенно это будет классно на природе, когда нет рядом розетки. Стало известно, что популярная компания TSMC будет сотрудничать с компанией из Купертино по вопросу выпуска дактилоскопических сенсоров для iPhone 6. Датчики в новых смартфонах будут выполнены с использованием передового 65-нанометрового технологического процесса, что повысит эффективность и надежность считывания отпечатков. Также к данному моменту появилось много материалов о том, что вместе со сканером отпечатков пальцев Touch ID в Apple собираются добавить еще один способ безопасности – сканер сетчатки глаза. Разблокировать iPhone или купить для него приложение можно будет взглядом на сенсор и отпечатком пальца одновременно. Но я считаю, что это не совсем достоверная информация, так как Apple пока еще не на 100% доработала свою существующую технологию Touch ID и уже берется за новый вид защиты. Скорее всего, iPhone 6 стоит ожидать с 4-ядерным процессором Apple A8 и с 2 гигабайтами встроенной оперативной памяти. Аналитики уверены, что в новом iPhone будет установлена все та же 8-мегапиксельная камера, но с улучшенной технологией стабилизации изображения. Как мы знаем, Apple никогда не участвует в гонках за мегапикселями. Вдобавок, аналитики с компанией Cowen & Company прогнозируют, что новый iPhone 6 будет иметь обновленный Wi-Fi адаптер стандарта 802.11ac, который впервые начал поставляться в продуктах Apple в 2013 году. На Mac'е он уже появился в 2013, поэтому многие ждали, что iPhone 5C и iPhone 5S также будут оборудованы таким стандартом. Этот стандарт 802.11ac, также именуемый как гигабит Wi-Fi, предоставляет передачу данных до 3 раз быстрее, чем существующие беспроводные сети 802.11n, достигая скорости более 1 гигабита в секунду. Прибавит ли в мощности батареи iPhone 6? Купертиновцам давно надо что-то срочно менять. Если Apple не увеличит емкость аккумуляторов в своих новых смартфонах, то это негативно скажется на их продажах, даже в том случае, если во всем остальном они будут совершенны. Не исключено, что компания в этот раз поменяет название своего продукта, так как она пытается избавляться от цифр в названиях гаджетов, то можно ожидать, что новый смартфон получит название iPhone Air. В общем, это пока все, что известно на сегодняшний день о грядущей модели. Возможно, вы знаете больше и сможете что-то добавить к этому. Напишите об этом в комментариях. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, фолловьте Твиттер, рассылайте это видео вашим друзьям и подписывайтесь на канал для следующих видео. Пока!